Такого я точно не ожидала увидеть на ноготке у своей мамы. Когда я снимала ей материал с большого пальчика, я увидела белый ноготок и сразу поняла, что это анихолизис. Я сразу начала у мамы расспрашивать, не ударялась ли она ногтем или не наступал ей кто-нибудь на ногу. На что мне мама ответила, что на работе она наехала стеллажом себе на большой палец. Ну и в результате ноготь отслоился от ногтевого ложа. И вообще мною было принято решение все-таки полечить мамины ногти от врастания. Вы могли видеть, как мама вырезает уголки по самое мясо. Мальчики и девочки, ни в коем случае этим заниматься нельзя. Но я знаю, что у взрослых людей чаще всего от маски нет времени, нет желания, нет денег. И они мучаются всю жизнь с вросшими уголками. Да, именно так выглядит анихолизис, если вдруг кто-то не видел. Маме, конечно же, я ноготки покрыла обычным лаком с блестками. И мы с ней договорились, что в начале октября она пойдет до подолога исправлять эти две проблемы.